Всем привет! Практически каждому предпринимателю рано или поздно приходится сталкиваться с конфликтами в команде. И почти всегда, за редким исключением, они приносят вред бизнесу. Парни так изрешетили стены моего заведения, тут ремонтом долларов нас-то пахнет! Поговорим сегодня о том, как управлять конфликтами. С вами канал Справочное бюро предпринимателя. Сейчас все расскажем. Итак, с чего начинаются конфликты? Конечно же, с причины. А причин может быть множество. Это может быть распределение ограниченных ресурсов. За этим вы, как руководитель, должны пристально следить. Конфликт могут вызвать различия в целях или в их понимании сотрудниками. О важности постановки и формулировании целей мы говорили в предыдущих роликах. Причиной разногласий и споров также может быть несбалансированность должности, когда обязанностей много, а прав недостаточно. Об этом мы обязательно подробнее расскажем, но когда-нибудь в следующий раз. Избыточный, слишком назойливый контроль также может вызвать негативные последствия. И в конце концов, просто различия в представлениях и ценностях. Манере поведения, жизненном опыте тоже могут вызвать конфликт. Женщина, не смей прикасаться к моему мужу. Возможных причин конфликтов настолько много, что предотвратить абсолютно все невозможно. Хотя стремиться к этому, конечно, нужно. И тем не менее, нужно мириться с тем, что рано или поздно конфликт все равно может вспыхнуть. И тут встают два традиционных вопроса. Кто виноват и что делать? Как ни странно, самое бессмысленное занятие – выяснять, кто виноват. Просто поймите, что в конечном итоге виноватым являетесь, скорее всего, вы, как руководитель. Потому что не доглядели или заранее не предусмотрели. Потому что вовремя не обратили внимания. Ну и в конце концов, потому что не того человека наняли. Так что переходим ко второму, гораздо более практичному вопросу. Что же делать уже с начавшимся конфликтом? На тему управления конфликтами написаны сотни книг, в которых есть уйма иногда полезных советов. Но есть и парочка простых рекомендаций, которые действительно помогают избежать грубых ошибок. Дело в том, что у конфликта обычно есть три стадии. Самая первая стадия – назовем ее рациональное. На этой стадии все крутится вокруг первопричины разногласий. Сэр, это был мой бифштекс. Вот именно ваш. Главная особенность этой стадии в том, что быстрое устранение причины конфликта погасит его в самом зародыше. И все продолжат работать дальше, как ни в чем не бывало. Тем более, в самом начале конфликта его причина обычно лежит на поверхности. Так что, если вы достаточно внимательны к тому, что происходит в вашей команде, если вы, увидев самое начало конфликта, вмешаетесь и немедленно устраните его причину, все будет в порядке и напряженность исчезнет, не успев превратиться в серьезную проблему. Но беда в том, что заметить самое начало зарождающегося конфликта очень трудно. Его первые проявления почти незаметны. Взгляды, мимика, мелкие детали поведения. Ко всему этому нужно присматриваться. Но это требует опыта, а еще больше времени. Так что очень и очень часто первую стадию поймать не удается. Сорвалась, бандура, сорвалась! А вслед за ней наступает вторая, назовем ее эмоциональная. Здесь противоречия, которыми вызван конфликт, отходят на второй план. Их заслоняют эмоции. И эту стадию не заметить уже трудно. Может дойти и до разговора на повышенных тонах, и даже до бурных выяснений отношений. На самом деле, выяснение отношений – очень неудачное определение. На этой стадии конфликта никакие отношения не выясняются. И вообще, поведение участников в разгаре ссоры в большей степени нерационально. Взывать к здравому смыслу и голосу рассудка на этом этапе бесполезно. Тут нет ни смысла, ни рассудка. Так что же делать? Универсальный совет – дайте людям остыть. Пока они находятся в плену эмоций, то любые ваши доводы и попытки разобраться, а также желание рассудить, пропадут зря и только подольют масло в огонь. Вас не услышат или, что еще хуже, неправильно поймут и сделают неверные выводы. Просто разведите спорщиков на время, достаточное, чтобы улеглись эмоции. И самое главное – не пытайтесь определить виноватого. Ведь это не всегда очевидно, и есть очень большой риск ошибиться. Да и смысла никакого на этом этапе не имеет. Отправьте их по домам или в отпуск.
Или в конце концов разведите по разным комнатам и займите какой-нибудь другой работой. Как минимум до конца рабочего дня, а лучше подольше. И обязательно обратите внимание, то, что вы делаете, ни в коем случае не должно выглядеть и восприниматься как наказание спорщиков или принятие вами одной из сторон в конфликте. Вы должны заверить обоих, что все будет в порядке, что конфликт обязательно будет улажен и что вы через некоторое время со всеми спорными вопросами разберетесь. Но сначала все должны успокоиться. Ваша задача сделать так, чтобы разойдясь, они переключились на что-то другое и не продолжили накручивать себя. По сути, продолжая эмоциональную стадию конфликта, но теперь уже с воображаемым оппонентом. Если повезет, и если вы все сделаете правильно, то есть шанс через какое-то время вернуть конфликт на первую рациональную стадию. И тогда можно будет более-менее спокойно разобраться, что же было причиной и как ее устранить или минимизировать. Конфликт при этом закончится. А вот если вы пропустите эмоциональную, самую яркую стадию конфликта, то все станет гораздо хуже, и он уже перейдет в третью хроническую стадию. Назовем ее псевдорациональной. Необходимость контактировать по работе будет вызывать у участников конфликта постоянное раздражение и негативные эмоции. И они сами, того не подозревая, начнут придумывать себе псевдорациональные объяснения такой неприязни. Такую лишнюю неприязнь я испытываю потерпевшему, что кушать не могу. И то, что могло начаться как банальный конфликт, например, из-за пульта от кондиционера, в итоге приведет к тому, что один будет считать другого хамом и дураком, а тот, в свою очередь, будет считать своего обидчика эгоистом и снобом. И оба при этом будут неправы. Но вам от этого не легче. Конфликт, который зашел в эту стадию, в подавляющем большинстве случаев быстро и эффективно разрешить не получится. Даже если первопричина будет устранена, в худшем случае они оба продолжат работать у вас в компании и отравлять своей взаимной неприязнью атмосферу, неизбежно порождая все новые и новые конфликты, которые будут вовлекать все большее число участников. Вам останется только развести их по разным подразделениям. А если это невозможно, то придется уволить одного из них или даже обоих. И в этом вы сами виноваты. Нужно было тщательнее следить за отношениями в команде и вовремя принимать меры. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Справочное бюро предпринимателя», а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Увидимся!